сотрудниками правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы «Безопасный регион». В Московской области с момента ввода ограничительных мер выявлено более 18 тысяч нарушений режима самоизоляции. Мониторинг общественных мест зафиксировал в минувшие выходные низкий индекс самоизоляции во многих муниципалитетах, а также попытки передвижения на транспорте без электронных пропусков. По всем фактам приняты меры.